5 на час опоздает. Да, как вариант. Чтобы готика убить, нам сейчас не обязательно 25. Да, котик там, там, в принципе, на конях. Там, в принципе, вообще 25 не надо. Так, Протеус, если тут, то давай заходи. Давайте, ребята, все в нас, кто может, летите сразу. Сейчас я этот к аукциону сгоняю, кто там так. Фласки дешевые, там, давай. Мне на 21 надо купить. Войт не нашел фласок ярости? Сейчас с банка возьму. А, тогда окей. Так, ну по 2 вам хватит с Пукичем? У меня есть, это Пукичу только. Да, голубой, сейчас можем на этого, на первого можем не юзать даже фласки, просто так его убить. Фласки юзнем уже на конях и на двух ластах, да и да, все. Да, вообще только 2 нужно, максимум. Так. Слав, там этот, у Ярика, у Мегалодона, он в принципе, ну он все с нами закрывал, но у него что-то меньше, он говорит, от этого ЕП, чем у кого, чем у Ники Потца, по-моему, или у кого-то там. Всяко, ты закидывал что там? Да. Все, тогда понятно. А, ну все. Да, просто вклад сделал, там на 60 отличается. А, все. Как нет? Я занимаюсь развитием гильдии. Так. Кто в Новоране? Ты можешь заниматься развитием меня? Я. К сожалению, нет. Развитие тебя? Ты там 226 ноги сролил, развитие? Да. Это не я сролил. Это не я сролил, алло. Все, стопайте флут, ребята, давайте. Да я сролил, я. Леша, я на медведе сролил 226 ноги. Хорош, красава. Мужчина, отдай хлеб. Забирай такую его. Дангмастер, стой. Я думал, мутик все строил. Дангмастер, стой. Да. Заедь в клаку вниз. Стой. В клаку заедь, Лёха. Я дальше. Я тебе дам сейчас Пукичу 2 фласки. Чего, трэша нет, то что-то я не понимаю. Мужчина, вы суммонили? Я уже в Наксе, и меня суммонят в Накс. Меня суммоните лучше, ну, Робу. Там у меня робот уже смотрит. Там Алика в куче. Боди, давай лети быстрее. А, Цякова. А, все, я вижу. Так. Теоретически мы можем пойти в наш, чтобы никому больше не вешать КД, пойти в 24 человека. В принципе, дэмэджа у нас должно хватать более чем. Тем более боссы остались, по сути, только на тактику. Типа, Келя вообще с Сапфирионом нечего там бить. Можете прислонить его в рейд? А то вот человеки уже... Дайте плюсы, пожалуйста, в рейд, кого надо засумонить. Кто уже готов к сумону, кто уже скупился, починился. А вот этот шепетом в гильдии есть, Клавиус, он с вами, Слава, был? В десятке где-то, в 25-ках не видел. Может, у него спросить. Сейчас, секунду, подожди. Динатри, Атедис, Скофилд. А, не, все нормально. Как ты говорил, Клавиус? Да, 200-й он ШП, Влад подписан. Молчит, не отвечает. Забей, стартуйте, бейте босса. Сейчас. Сумонимся. Ребята, кого засумонили, начинайте бежать уже вперед, мы уже стоим перед трэшем. Покушайте вот это, пожалуйста. Мне интересно, как вы будете выглядеть. Что? Пир для карликов.
Алло, парни, я тут. У дангмастера забери фласки. О, найс, да. Пизд. Ща дам, блин. Вот я, он я сидит возле меня. Сейчас рыбу ем. Где? Дангмастер. Вот, вот. А у меня дал. Спасибо, спасибо, парни. Он самый маленький стал. Ну, реально. Он как чуваки, младенец. Кому надо сумон, кидайте плюсы. А то я не вижу, потому что уже люди все, есть. А с трига, трига, сумон и все. Только триг остался. А ты фуриком идешь, что ли? Не, я могу в любой момент поменять. А что ты не хочешь протестить сразу же Армса? Ну я сразу протещу. Да, протести, лучше поиграй в нем. Подожди, а, ты только... Вот, все. У нас есть еще один... Шмот, так, шмот такой же, да, получается? Нет. Топора нет одного, шлем другой. Да. Аксессуар другой. Кто другой? Трига. Шлем, аксессуар. А где ты взял шлем? Выбил. Слава, слава, Войд. А, дай Лехе, дантмастеру, звание, чтобы он ЕП свой видел. А где за шлем выйду? В рейде. У тебя два шлема, что ли, разных? Да. Ах ты крыса. Так я до тебя выбил. Нет, один шлем при мне забирал крыса. Ну да. Вот крыса. Короче, Клавиус мышь. Это ПВП. Видел шлем. Клавиус этот фул ПВП. Я даже размером с крысу. Ну, значит, давай будем так проходить, ну, а там если... Если Хэлла подойдет и... А этот баф недокормили суммируется с зелья Гогель-Могеля? Давайте так. Дюпонатор раздает кулаки, а Тедис раздает кресты. Муренок, ты раздаешь каски. Нет, не суммируется. Так, делаем точно так же, как вчера, по поводу Йим и Тотем на ману. Скофилд отдает с Канкулем, а Вердос отдает с Дюрексом. Сначала отдает Скофилд и Канкуль, вторыми отдают Авердос и Дюрекс. Так, СС отдаешь в Ники Потца. Бодя, СС отдаешь в Сову. Я хоть добежу. Я вообще тебе говорю. СС постоянно отдаешь по Сове, пока у нас нет овердруг. Так, у нас тут есть большинство. Кажется, суммируется. Чекните ликса. Вообще как мышь стал, да? Слав, ты тут? Ну, его вообще не видно так. Слав. Да, да. Ты нам вроде бы вчера за этого, за Резувия не дал ЕП, если я не ошибаюсь. Резувия. Сейчас гляну. Да. Ну, просто если что, будешь считать за Резувия и за всех остальных уже. А еще вроде ЕП за то, что просто пришел. Давал. Да, а то, что мы вчера закрыли ОС плюс 2, нам ЕП выдали? Да. Так, все, большинство тут. Все, дайте приступать. Нет, кстати. Паша, не суммируйся с этим. Ты глянь на Ликсу. Ликса. Где? Идемте по чуть-чуть уже.
сейчас поставлю. Ты по маусоверу дюрик схилишь? Не, через хилбат настроено. Так, Протеус, ты уже в танке идешь? Или там ДД-спек есть? Все, Протеус в танке идет. А у Муринока есть ретрик, да? Да, у Муринока есть ретрик. Кстати, ну если что... Если вдруг понадобится, то у тебя же эрдру есть, если вдруг. Да. Да, я там вчера так зарядился ночью на Сапфирона. Фрост шмот сделал? Да, 4 шмотки фростовые. Леха, обернись. У вас, кстати, хорошо. И 2 холика. Ну, вообще на всадниках, я думаю, проблем не должно быть. Олег, начинаю уже группы растусовывать, чтобы равномерные были в одну комнату на готике и другую. Да, сейчас быстренько. Пока нет, ты пока идешь как Эрпал. Пока как Эрпал. Не знаю, кстати, на готике как по хилам там будет. Может быть и надо будет. Да не, я думаю, я возьму себе хп-преста и возьму Иршаму возьму. А туда пойдет Атедис и Дюрекс. Туда ты имеешь в виду, где босс не стоит на той стороне, да? Угу. А там у тебя будет Муринок с Протеусом, да? Да. А у Альманаха-то ДДС пика нету? Нет. То есть, получается, будет Альманах с Протеусом там? Да я думаю, я в соло затанчу. Ну вот где босс стоит, там соло, да. Это, да. Ну, да, там останется, допустим, у меня этот Протеус. Вот, а со мной пойдет просто в этот Альманах, и все. Протеус, я думаю, в соло затанчит. Или я там останусь в соло. Короче, вот в секции, где стоит босс, где он пуляется, там mm-hmm. из стены выходят мобы. Там один и немножко поменьше ДДРДД. А вот секция, где босс не стоит, там нужно 2 танка и массухи побольше. То есть ретрик желательно. Вот эти 2 ДКшника туда. Потом что? На пул. Ну вот что-то массовое такое. ШПшник, лок, что массуху хорошо дает. Сейчас. Давайте ресет и дюрекса. Тут можно просто пойти, ребят. Там ДКшники, кстати, на той стороне хорошо сыграют. Если вдруг трэша видно будет, что много идет, может по команде один из них войска дать. Будет неплохо. Так, давайте, на ту сторону пойдет у меня. Так, ну, Протеус, ты тут уже сам справишься? Я думаю, справится. Протеус, ты останешься тут, Альманах, мы идем с тобой на ту сторону. А, третья группа тоже на ту сторону идет. И вторая группа на ту сторону. Четвертая остается тут. Нет, что-то я много туда позвал. Дай столик поставьте. Что-то много туда послал. Так, значит, на этой стороне остается Авердос и Дюрекс, а туда идет Атедис и Ханкуль. На ту сторону. Так, вторая группа. Все на ту сторону. Третья группа. Стоп, нет, тормозите. Давайте так. Мути-мути, Паша, ты остаешься тут, с этой стороны. Ты будешь, если что, напуливать на танка. Третья группа на ту сторону. Дюпонатор, нет мозга, Трик, Цяка тут и Зулдан туда.
А ну поделитесь. Ребят, рыба есть. Скушайте рыбу, вот стоит. Давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Туда больше я ОЕ отправил. Кто на пул помидовать будет? По кому кто сказал? Протеус. А у тебя остается тут нет мозга, и у тебя остается тут мути-мути. У тебя остается рога тут и хан. Это бдилку на кого мне кинуть? Кидай на рогу, на мути-мути. Так, что у нас в итоге получается? Так, мы туда. Муренок. Муренок, давай тут оставайся тоже. Получается... А, нет, давай муренок туда. Туда, на ту сторону. Тут останется дюпонатор. Так, тут остается дюпонатор. Нет мозга, трик, цяка, мути-мути. Ну и давай Лилхаммер еще тут оставайся. Так, Протеус остается тут. Мы туда идем с Альманахом. Ярик, Никита, вот эти вот все, кто в третьей пати. Никита, Ярик, Скофилд, Тандер, все туда. Вас тоже на ту сторону. Тут что-то мало людей вообще. ДПС-а толком не будет. Вот туда, где ты... С ДКшником побольше оставь людей. На два, на три. А повтори еще раз, куда мне, а то Дюрекс вылится. Дюрекс, смотри, ты остаешься вот в этой, в левой комнате. Ты остаешься со звездой. Ты остаешься со звездой и ты остаешься с Эвердосом тут. А Тедис и Ханкуль на этой стороне. Получается, тут мы остаемся с Альманахом. Протеус там. Муренок у нас в Эрпале тут вместе с нами. Ликс тут, Леха тут, Динатрий. Давайте, Динатри, иди туда к ним, на ту сторону. Один тут, или, подожди, вас, не вижу вас. Вас там или тут с нами? Вас с вами. А, вас? Ага, все, хорошо. Значит так, давай, Динатри, ты иди на ту сторону. Вас тут остается с нами. Ребята, давайте баф. Баф, дайте порейду, пожалуйста. Так, ну тут, я думаю, мы потянем. Так, у нас по одному ДК на каждой стороне, да, я понимаю? Дайте каску, ха. Ребят, так, сейчас по бафам. Нету на Дюрексе, нету приста бафа, на Триге нету приста бафа, на Вазе, на Динатрии нету приста бафа. О, все, спасибо. Сразу поменялось все. Так, нет мозга, есть Авердос, Динатрий, Дюпонатор. Да что, нам хватит, нам должно хватить. Нам должно хватить тут. Давай, пуляй. Ну, я покупаю. Пуляйте босса в звезду, ребят, в звезду сводим весь трэш, подходите ближе к звезде, сюда вот к нам, не тот, который, не Протеус остался, сюда к нам подходите. Все, мы бегаем, ловим. Не бейте готика, он спустится вниз и будут фуловы. Ну, в курсе. Ну, типа, маунта я запулил, чтобы постоянно баф висел. Он Протеус, на ловушке встань и будем собирать. Ребят, встаньте в звезду. Хилы, РДД, встаньте в звезду, чтобы тут моба уеша, чтобы они вас не пробивали.
минута до босса, ребят. Я понимаю, Муренок там кританул, наверное, под крыльями и сорвал на себя. Нет? Ну, пробуем, пробуем. Ну, кто же виноват, что ты дымажишь, как боженька? Кто-то упал у вас? Заберите рыцаря. Да дайте ему собрать, что удамажите. Бдилку на депонатора кидай, а не на рогу. Рогу не пиздят, рога напуливают. Смысла бдилки вообще нет. Если депонатору кто-то тычку даст, у тебя таунт обнулится. Лишний таунт не, по, это, не помешает никогда. Все, босс. Обычно дают геру, потому что босс вешает стаки, которые 10% характеристик снижает. Вот а, типа состав? Первый уже висит, да. Он так 100% характеристик срежет, и там его не задамажит. У вас тоже, если шаман там есть на той стороне, тоже гера. Ну, у нас повесилась гера. У него сколько радиус? 100 метров? Да, он отлетает быстро вообще. Да. Сыпется просто там по проценту в секунду отлетает. Ты баф-то посмотри, все равно он стакается, он где-то... Я понимаю, ну да, вот уже два, я понимаю. Можно у меня с мана беда? На 30%. Долина. Сейчас к этому зайдете в комнату к всадникам, я объясню, что как. Ой, а что же он так быстро настакивает? Алло? Давайте, надо быстрее добивать его. Сейчас ворота откроются. Приготовьтесь. Да, да, да. И все, и сразу бегите сюда, бить его. Все, погнал. На пяти открылись. Он уже 7. Давай, я заберу протеус. Так, ну смотри. Открывай шумский этот самый. Сейчас, подожди, Слав, мне тут по ГП что-то такое пооткрывалось, понавылетало. Да, просто закрывай эту фигню. Остальные идите, пока моба убейте, в комнате сидите. Сейчас он все это объявит там. Через объявление рейда уже умеешь это линковать через shift? Да, я просто хочу сначала себе перекинуть, сейчас быстро убить этих, а потом уже все разрулю. Ну все, тогда давай так. Просто как этот... Сейчас. Все, все, ладно, не парься, это потом тогда. Да, чего, ну почему... Есть там такое, некоторые таблички выскакивают, но ничего. Я не понимаю, как типа залутать это себе в инвентарь, и все. Типа у меня вот выдалось сразу main spec, minor update, off spec, grid, pass. Я знаю, это и PGP Lootmaster называется. О, что, как его отключить? Значит, добычу меняешь на групповую, потом меняешь на ответственного. И когда появится табличка, вы хотите использовать там то-то, то-то, нажимаешь не ок, а нет. То есть от, отказываешься. Все, нет, до свидания. Каш, если получится. Все получилось. Угу, ну и все, закидывай. Танчите. Танчите. Так, я опять завис, да?
Да, перезаходи. Две пачки сагли, смотрите танки, только не вайпайтесь. Не надо вайпаться на трэше. Я бегу уже, блядь. Я даже, блядь, прожался, мне все равно сложило, еще третью сагрили. Ну хули, блядь. Чистить, значит, надо. Все, падайте, я ресну сейчас, я ресну, я тут, я ресну. Я сейчас ресну. Притвориться есть? Yeah. Да я вот ресую уже. Там, Скофилд, вставай давай. Отпивайся, сейчас будешь помогать ресить. Ну, я не знаю. Ой, вы лишний раз пачку-то залейте, потому что бегать дольше, чем залить одну пачку. Вы ну, просто конечно. Визуально не видите, что у вас 20 метров, а они вас через 15 метров они вас на вас агрятся. Вы вот этот агрорадиус не можете прикинуть. Лучше залить пачку, чем, блин, вайпануться на трех пачках и бежать потом. Стой, 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 стой. Я тут бегаю. Да, проходи быстро, проходи быстро. Все, сюда вниз ко мне прыгай. Ресси приоритет на хилов или там шам, кого мог, кто кого мог. Короче, кто может ресси. Если получается, можешь в крысу, если какая-то вот крыса сидит на полу, видишь, и ты до нее еще не добежал, тыкаешь на нее мышкой, и в боевой стойке рывок есть. Рывком хуяк, и ты быстрее будешь добегать. Вон крыса вот вдали какая-то ползает. Попробуй. В боевой рывок. Перехват от ярости требует. Можешь и так, в принципе. Вот, уже быстрее бежишь. Так, всех тут раснули. Отпивайтесь, ребят. А, засуманьте дюркса, я зашел. Сейчас засуманю. Засмотрелся. Сейчас идем, Боди. Сейчас суманут тебя там. Да я уже такой, портал. Просто зайди. Блядь. Так, кого там надо? Дюркса. Не знаю, что у меня интернет пропал. Так, я прожался. Или похильте мне немного. Че, у вас трэш там? Ну да, сорвался, близко шел. Да сейчас разобьем тут 4 штуки. Он на каком расстоянии от них стоять надо? Я в лужу отошел и сдох от вихря. Значит, на большом надо расстоянии стоять. Аккуратно, кони идут сзади. Смотрите, на конях еще идут. Кони сейчас запулятся. Ярик, тыкай, плиз. Ярик отошел на 5 минут. Все, больше только не пульте, пожалуйста. Тут не те, кто-то. Ты видишь, что мы трэшбить будем? Я вижу, вижу, но Дюрикс-то тоже хочет Давай мы добьем трэша, а потом всех пересуманим. Как тебе такая идея? Хорошая идея, только один человек остался. Диспел коня.
Все, добивайте коня. Это боешка типа? До всадника, вот мне его туда. Да, это боешка. А нет, при получении. Мне кажется, это на танков. Ну, на пуке этого. Мне надо. Протеус или кого в спек, если у танков есть. Лилхаммер хочет танка он собирать. Да. Так, этих можно... Сзади два коня. Вижу. Егору отдайте плащ. Потому что он собирал там что-то. Ему триня выпала с паука, он со мной ходил. Да, походу вам можно уже не стоять возле лужи. Встаньте смело, свободно. Встаньте. Выходите наверх просто, да и все. Не зажимайтесь. Нет, там еще пачка ходит посередине. Аккуратно. Нормально, все. Дюрекс, аккуратно сзади. Хантам разрешают трэш не бить, а то у них эти стрелы дофига стоят. По 400 голд пачка. Вон, да я их уже продаю, мне пофиг. Это Фьюж как-то жаловался, говорит, стрелы вообще дорогие. Юж постоянно идет, жалуется, ему все не нравится. Пошла. Так, этих может быть сейчас скипнем. Если они сейчас пойдут сюда, мы их убьем, да и все. Только вот тот дальний не запульте. Смотрим сейчас, как они будут ходить. Вот эти, главное, не запульте. О, стопнули. Все, по чуть-чуть идем. Я сейчас с этих сагрю и заведу. Заходите сюда. Сейчас добьете и расскажу. Угу. Так, Муренок, давай, наверное, в танка. Так, это ты уже ставишь, да? Ага. Да, да, Муренок, в танка. Так, что у тебя там получается? Зелье, ромбик? Кружок Ривендер. Звездочка, первую зергайте, зелье кроме. Так. Так, да. Четвертый треугольник, да? Да. Я вот думаю, типа, всеми зергануть первого или поделиться на две пачки? Абсолютно всеми. Смотри. Окей. На мобов поставь сразу вот эти мобы. Этот. Нет, так. Посмотри на зелье. Значит, зелик ромбик. Зелик ромбик. Не черепок. Вот именно соответствующий углу, который дает. Понял. Ривендер кружок. Звезда Кортес, или кто вот этот петух, это звезда, это первый зергать, он метеор вызывает. Вот этот треугольник, да. Вот теперь бой, танкуешь, ты танкуешь звезду, это начинает весь рейд звезде. Получается, вы встаете в одну точку. Если кто-то отбежал и встал отдельно, и метеор прилетит на него, он его ваншотнет. Метеор падает и разделяется между количеством людей, весь свой урон разделяет на этих людей. То есть, если вы в толпе стоите, вас не ваншотнет. Дальше. Пала ставь на Ривендера, вот здесь, на кружке. Потом на... Что там? И трусы. Так, ну, смотри, на этот, на треугольник, ой, на ромб может пойти Протеус, а на треугольник может пойти Пукич. Да, они могут сбивать косты. Да. С Пукичем пусть идет Авердос на жреце. А с Пукичем пусть идет Авердос. Так, бафайте, смотрите, ребят. Сбивать косты зуботычный. Да, у тебя есть там скилл зуботычина называется. Нет, ты встанешь на боссе? Не, подождите, ребятки. Успокойтесь. Давай. Какой Пукич? У вас
про товар Протеус, во-первых. Протеус, идешь, и меняться ты будешь там с альманахом. Перебегать будете. Как только два стака на вас повешалось, вы перебегаете. С Протеусом хилит овердос. С альманахом хилит... А, альманаха, я забыл. Альманах, значит, сильный какой-то хил. Кого ты доверишь туда? Давай Дюрикс туда пойдешь. Дюрикс с альманахом. То есть танк стоит с хилом. И там, в каждом углу. Соблюдайте рейндж между... Чтобы вот у каждого из четырех всадников, все сейчас внимательно слушайте, есть аура. Радиус этой ауры 50 метров. Чтобы не получать стаки от двух всадников, нужно находиться рядом с одним всадником и получать от него стаки, а от других дальше, чем на 50 метров. То есть по углам стоять. Если у вас, у танков, я сейчас говорю о той стороне, Пукич и Альманах, вы стоите со своими хилами, вы смотрите, на вас появилось два стака. Сразу бежите на ту сторону, и один танк забирает босса другого танка. Те боссы стоят, не двигаются, только кастуют. Другой танк забирает босса другого танка. Но это, я думаю, вы поняли. Хилы, делайте то же самое. Если хил, допустим, овердос стоял с Пукичем в ромбике, и два стака, и танк побежал, ты и бежишь абсолютно за ним, и бежишь туда. Теперь важный момент. На ромбике Зелик кастует молнию, она цепуха, и на, чтобы она не увеличивала урон, если вы встанете в толпу, она ваншотнет всех. Нужно надо стоять на рейндже. Да, нужно соблюдать рейндж. Все, кто пойдут весь рейд бить ромбик, не спешите туда милики толпой бежать, потому что просто подохнете. Он ваншотнет весь рейд сразу. Дальше, значит, это вы поняли, да? Два стака увидели, перебежите. Если вы это не будете делать, вы просто выпанетесь. Вот, теперь смотри. Начинаете звездочки, как вы бить вы будете под Герой, с Геру с пула дадите, и медведь танкует вот эту вот звездочку, которую Метеор призывает, и вы его бьете до упора, даже третий, четвертый стак на вас повешивается, вы его бьете, убиваете, медведь идет менять Муринока, протопала, протопал бежит в пустое место, где звездочка стояла, и скидывает стаки. Вот, и потом обратно бежит и дает скинуть медведю. Ну и там уже по ситуации. Если надо будет, туда пойдете кого-то бернуть или что-то еще. Вот, рейд весь. Когда вы убьете звезду, вы бежите всем рейдом бить Ривендера. И то же самое. На Ривендере все стаки отличаются. То есть у каждого босса. Стаки возле премиума, смотрите, дебаф. Два стака увидели, ушли в звезду и скинули с себя стаки. Так, смотрите, давай, овердос, ты будешь хилить Муренка, Дюрекс, ты пойдешь в ромбик, Ханкуль, ты пойдешь в трусы. Вы можете сбивать косты этим боссом. То есть вы просто помогаете сбивать косты этим боссом. Альманах, ты идешь в ромбик, Протеус, ты идешь в трусы тоже. Подождите, еще раз, можно? Я должен идти с Альманахом и сбивать косты или что я должен делать? Нет, смотри. Смотрите, Альманах, Альманах и Дюрекс, они идут в ромбик. Да. Там будет стоять у них магический босс, который кастует цепочку. За каждого задетого персонажа эта цепочка увеличивает свой дэмэдж в два раза. То есть 5, 10, 20, 40, 80, пошло-поехало. То есть вы стоите на рендже. Тот босс, который будет стоять в трусах с Протеусом и с Канкулем, тоже... Да, Ярик, поставь пока рыбу. Тот босс кастует под собой лужи. В лужах стоять нельзя. Тоже. Ему просто можно сбивать косты, и все. Они бьют только магическим уроном. Теперь, овердос. Ты стоишь вот тут вот в печенье, ты стоишь с Муренком. Этот босс бьет сугубо только физической атакой. У него нет никакой магии, он просто очень сильно бьет, и все. В основном, типа, сюда ставят протовара, который дает ему дизарм. И все. В звезде. В звезде стою я, меня хилит Атедис. Вот, мы стоим, мы сходимся все в одну кучу. Ребята, когда будет лететь метеор, мы дэмэдж будем делить между собой. То есть никто не выходит ни из рейда, ничего. Вы стоите максимально все близко друг к другу. Когда мы добиваем босса в звезде, то есть, смотрите, трусы и ром, вы смотрите за своими стаками. Вы меняетесь на двух стаках. Пока вы будете бежать ко второму боссу, на вас уже кинется третий стак, возможно. То есть вы смотрите, два стака появилось, хилы поменялись и танки поменялись. То есть с треугольника все перебежали в ром, ну, то есть танк-хил. Там точно так же, на двух стаках. Мы тут, нам дадут Еру с пула. Все люди, все ДД просто заливаем, просто туннелем босса. Потом, когда мы приходим вот сюда, вот, я забираю босса с Муренка. Овердос, ты бежишь в звезду вместе с Муренком, скидывайте стаки.
Мы стоим всей тут толпой и бьем просто босса. Как только Муренок скинет с себя все стаки, мы обратно выбегаем, мы не бежим на третьего босса, мы просто выбегаем обратно в звезду, пока Муренок и Эвердос будут танчить, мы выбегаем в звезду, скидываем стаки и возвращаемся обратно, добиваем этого босса. Потом мы идем в ромб. В ромбе никто рядом не стоит. Наберите дистанцию. Кому надо, напишите в чате /range пробел 10. Вот. Наберите дистанцию между друг другом. Милики тоже не сходятся. Вот. Опять же таки, два стака увидели и поменяли, и побежали в трусы. Вот. Все. То есть там уже в дальнейшем будем забирать там, либо Протеус дальше будет танчить, либо я с Муренком заберу этих боссов уже на себя. Вот. То есть мы потом с ромба, мы бежим в трусы, там уже можно стоять рядом, но главное не стоять в лужах. Кто может сбивать касты, сбиваем касты. То же самое делаем на ромбе. Те, кто могут сбить каст, сбейте лучше каст. И все. И потом просто два стака появилось, все. И мы уже, мы не ждем третий стак. Мы бежим обратно в ромб, бьем босса. Накопилось два стака, побежали обратно в трусы, добили босса. Все, тут просто надо бегать. И все. Главное не собирать эти стаки, потому что стаки очень больно бьют. Ребята, стоит рыба, кушайте все рыбу. У кого есть фласки, тут пьем уже фласки. Уже прямо сейчас можете. Рыбы нету на... А, в эфире не с нами. Рыбы нету на цяке, все, цяка сел есть. Ничего абсолютно сложного. То есть вот тут вот мы просто... так, Протеус, Альманах, Дюрекс и Конкуль. Вы меняетесь на двух стаках. Все, два стака, и вы поменялись. Два стака, вы поменялись. В звезде стоим до Талова, все сразу, все свои бурсты, все абсолютно, прожимайте зьеры и просто туннельте этого босса как можете. Все, набрали стак, добили босса, перебегаем. Муренок, да, и сразу на пул в медведя, ребята. Муренок, как только мы добиваем босса, ты бежишь уже сразу на меня, я забираю твоего босса, и вы с Эвердосом проходите туда. Эвердос, кидай по КД щиты и хиль его, потому что босс будет бить очень сильно физической атакой. Муренок вчера хорошо танчил, у него есть прожимки, если что, он прожмется. Так, Ханкуль, так, давайте все по своим местам. Так, все на своих местах, сейчас танк, 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 танк. Танк Альмана. Смотрите, так. Еще там такой момент, когда, ну вот, спулили, и пока Картас еще бежит, то есть его можно после напула РДДшниками уже бить. Так, вот так вот. Так, Леша, Ханкуль, да, смотрите, сейчас вот когда босс где-то будет, ну, я не знаю, вот там, где вот тут, вот я, вот где-то вот тут, вот отсюда вы можете начинать его уже бить, напуливать на меня ханты сразу, потому что мы, но вы стоите все равно везде. Все, я сейчас начинаю пулить, Леха, ты тут даешь нам геру и начинаешь сразу же бежать туда. Все, поехали, я пулю, пробуем, поехали, давай геру, Леха. В звезду, ребята, все в звезду зашли. Очень хорошо идем. Альманах упал, как с Дюрексом. Падаем, стоп-хил, падаем. А что там произошло, ребят? Вылетел Дюрекс. Нет, я здесь, я один раз его хильнул, и босс на мне висит, то есть он его никак не может забрать. А ты далеко от босса стоял? Нет, рядом. Он агрится и будет стрелять всегда в ближайшую цель. Ну, помимо этого тебе, давай знаешь как. Значит, сделай так. Спекай дюпонатора. И отправь туда дюпонатора. А Дюрекса сюда. Хорошо. И Дюрекса приставь к присту. А, то есть рядом с Ривендером, где танчит протопал, будет стоять Дюрекс и прист. Вот. Потому что присту, я не знаю, он подсядет, наверное. Хорошо. Давай дюп в хапала. Дюрекс, ты, значит, будешь хилиться Вердосом. У нас все хорошо. Мы там даже не взяли еще первый стак, уже 50% ему снесли. Давай вас.
Да, ДПС все нормально. Депонатор уже хилил, и он это самое. Ну, депонатор ты знаешь, да? Этот. Частицу на себя ебанешь. Да, он красава, он все знает. Лежите, я сейчас ресну, я добегу ресну. Лежите, кто не хочет вставать, лежите, я ресну сейчас. Да, тут вся сложность состоит в том, что тычка, вот которую боссы эти дают, костовики, они по 13 тысяч стоят. Это значит, холипал там ну мега круто, потому что он хилит и танк одновременно, если танк еще просел. И как бы в него, когда кастуют, на себя частицу ебанул, допустим. Ну я бы так делал за хп. Это понятное дело, я же говорю, просто ну, там можно касты сбивать, да и все. Там типа шам может касты сбивать, я ж поэтому шама и туда поставил, чтобы он касты сбивал. Да я сбивал, он же ж кастует. Нет, все нормально, все бывает, все нормально, все. Сейчас просто поменяемся, да и все. Все сейчас нормально будет. Нам ДПС с головой хватает. Все, ты сейчас просто поможешь немножечко похилить овердосу и все. Да, тут пятый хил вообще не помешает, потому что форс-мажор, если он, допустим, там какой-то хил упадет, ну, скажем, тот шаман упадет, то другой может перебежать туда, заменить его, пока там что-то с БРами сообразите. Ну и пока вы благополучно лежите и смотрите на все это дело, вот вы везде убьете босса и пойдете бить кружок. Когда на вас два дебафа стакнется, я вам советую... Не бегите к тем боссам, к другим двум боссам. Бегите в звезду. Встаньте, так, не, я же сказал, да. Так что мы обратно в звезду выбегаем, скидываем стаки и возвращаемся, добиваем круг. Да. Это будет самое хорошее. Потому что я много раз видел, когда рейд бежит к Зелику, а он вот эту цепуху дает. Вы еще не добежали, а вы просто бежите и друг с другом рядом. Как бы он цепуху дает и минус 5, сразу минус 10. Ну и, конечно, ты, когда там пойдешь, сменишь первый раз Маринок, она тебе настакается, он тебя пойдет менять, и ты пойдешь скидывать. Ты вот момент, когда пойдешь звезду скидывать Мишкой, подбеги, там надо будет, допустим, кинуть иннер на той стороне, либо шаману, ну, скорее всего, шаману. А я так, я скорее всего побегу, я типа по скрин просто в кошке юзну и убегу отдавать иннер. Uh-huh. Я так в десятке делаю. Ну вот, все, это то же самое. Так, Авердос, сразу отпивайся и поможешь мне потом порасти. Дело в том, что видишь, он кастует, вот, ну считай каст у него там что, 1,5, ну 2 секунды. И он кастует нон-стопом. А сейчас убьем. А у ДКшника у него КД на заморозку, у него 10 секунд. Ну и у шамана, по-моему, 6. А есть протовар? Есть протовар? Он может щитом бить и рефлектить. Протовар? А у нас протеус на трусах стоит, поэтому нормально. Про товаров много не бывает, как говорится. Дюрекс, ты отлетел? А, нет, ты же там дальше лежишь, сорян. Не, там в конце. Так, раз эти тут, я побежал. Так, я сейчас вас ресну, вставайте, идемте все вместе на баф, рыбу поедим. Я остаюсь здесь на звезде, да? Или Авердос хилил трусы? Я еще слышно? Да. Да. Говорю, Авердос трусы там хилил?
Нет, Вердос, печенье, печенье. Ты в печенье идешь сейчас. Угу, я понял. Так, давайте шкаф Протеуса надо засумонить. Протеус, у нас есть Дживс, если что. Дживс оставить? Дживса надо ставить? Нет? Да, поставь, сейчас засумоним. Так, Протеуса засумонили. Ты починился, Протеус, или нет? Дживс стоит, Дживс. Ребят, починитесь сразу у Дживса. Да, у нас есть попало что. Неприкосновенность это щит этот, который... Там щит, по-моему, дает ровно столько же, сколько и каски. Так щит дает точно так же, как и каски. А, дай... смотри, дай вот по Протеусу. Вот он из рейда вышел. У тебя там щиточек, который этот баф на... Вернись, вернись, Протеус, вернись. А, уже дали, все. Так, все точно так же. Протеус к Ханкуль в трусы... Только к Ханкуль далеко не уходишь. А, Дюпонатор с альманахом в ромбик. Да. Пленок, Авердос и Дюрекс в печенье. Все, все остальные тут. Так, проверяю наличие бафов. Так, у Пукич рыбу не поел. А где рыба? Вот, вот, а, вот. Я не видел просто. Давай, ешь. Так, только на Пукича появляется баф, я сразу буду пулить. Приготовьтесь. Стойте, 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 стойте. Все, готовы? Давайте. Давай, Еру. Леха, Еру. Все, все в звезду зашли, все в звезду зашли. Рановато, конечно, дали. Милики не били уже 5-6 секунд, 7-8 секунд не били. Да хватит, посмотри, как он летит. Так, первый стак есть. Приготовьтесь там на той стороне. Второй стак. Та сторона, меняйтесь. Рейд добивает. Бьем, 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 бьем. Все, побежали быстренько на ту сторону. Все, давай, меняемся, 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 попал. В метку аж идем, в метку идем, в метку идем. На скольких стаках убегать? На трех, на двух или на трех? Вот два на вас. Ну на трех. Ждем. Давайте. Давай, Муренок, ждем этого. Я прожался. Альманах опять как-то упал. Все, все, бегите в звезду, рейд. Два стака. Сейчас третий побежит. Побежали все быстрее в звезду. Убежали. У нас там альманах опять упал. У нас с той стороны альманах упал. Ну что, два хэпала ставить туда? Он потому что альманах вообще не кикает косты.
Александру Дмитриевичу. Да, кстати. А он только в тебя и будет кастовать дюпонатор. Не вставайте, Ресна. Давайте, хорошо. Хорошо, давайте по-другому. Давайте, альманах. Альманах становится в звезду. Альманах становится в звезду. Попал, ты идешь в урон, я иду в печенье. Давайте ресетим. Ну, с той стороны у ребят все нормально. У Ханкуля и у этого все нормально там. Ну, про товары всегда все заебись.